Одесская зона здоровья. Тут не ездят автомобили, не ходят трамваи и автобусы, а разрешение на проезд имеет только специальный транспорт. Ну и вот такие вот пассажирские электромаршрутки. И хотя отдельного названия они не имеют, мы все-таки не удержались и детально изучили этот пляжный транспорт. Проехали 15-20 километров. По трассе больше не едем, потому что трасса перегруженная была, много детей, много отдыхающих, велосипедистов, роликов. Так, технические возможности только тут. 60 километров может ехать. С учетом полной загруженности, а это 12 посадочных мест и скорости передвижения, на одном заряде электротакси преодолевает около 50 километров. Это 7 рейсов. Маршрут один и тот же – Лонжерон Аркадия, а его протяженность – 7 километров. А вот на конечной остановке, как и положено электрокару, зона подзарядки. Маршрут существует уже давно и почти за 10 лет своей работы полюбился не только гостям солнечного города, но и местным жителям, которые, к слову, очень большое внимание уделяют своему здоровью и хорошей физической форме. Именно поэтому трасса называется «Зона здоровья». Тут прекрасно все – от фруктовых деревьев, радующих плодами всех желающих, до чудесного морского воздуха. А вот если захотите охватить все побережье, поднимаете руку, и возле вас останавливается вот такой вот чудо-транспорт.